Приветствую вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас по традиции видеообзор наших покупок из каталога номер 6 Oriflame. Это такой весенний яркий каталог, шикарный. И, конечно же, покупок очень много. Вы готовы? Заказ составил 150 баллов. И в этом заказе у нас, сейчас начнем с самого крупного. Это гель для интимной гигиены. Очень мне понравился с ромашкой. Я его рекомендую. Там на выбор есть у нас три геля. Но мне нравится именно этот, поэтому я его и взяла. Конечно, это для нас. Очень хорошая, выгодная цена в этом каталоге. Рекомендую взять. Далее это тальк для тела. Тальк он нужен для того, чтобы коже было комфортно. Когда начнется жара, вот эта вот липкость, и кожа плывет буквально. Это палочка-выручалочка. Также можно и ножки им смазать, чтобы не натирать мозольки. Ну и вообще очень приятная штучка с приятным цветочным ароматом. И очень надолго хватает. То есть точно не на один сезон, на пару сезонов точно хватит. Взяла с распродажи. Наверное, вы знаете, что сейчас у нас проходят такие каждую неделю специальные предложения «Вау, весна». И я с этой «Вау, весны» взяла два только продукта, два наименования. Это специальный осветляющий крем-тон для лица с SPF 20, очень крутой крем. Я раньше таким все время пользовалась и тоже взяла себе на лето, потому что, во-первых, это очень удобно в дороге. Я сейчас как раз собираюсь в путешествие. Такой маленький тюбик, он совершенно невесомый, легенький и очень классный оттенок. Я взяла натуральный, потому что я не люблю сильно загорать, и я считаю, что лучше избегать прямых солнечных лучей и как можно активнее от них защищаться. Поэтому рекомендую эту штучку. До конца этой недели вы еще можете себя побаловать. Там есть два оттенка. Я взяла, которые посветлее. Далее. Целых 6 штук одинаковых наименований. Это специальное средство для снятия водостойкой косметики. Такая красота. Я его называю «Медуза», потому что он такой интересный, перекатывается. Чтобы им воспользоваться, нужно его взбить, чтобы оба слоя хорошо перемешались, нанести на ватный диск и просто прижать к глазкам, где у вас косметика, подержать и аккуратненько снять. То есть два движения прижала, сняла и к носу аккуратненько вытерла. То есть очень классно растворяет, удаляет всю косметику и не оставляет следов. И при этом он очень хорошо увлажняет кожу. То есть после него кожа мягкая. И мне это очень нравится. Я не люблю, когда там стягивает, сушит и так далее. Это все мне в запас. Знаете почему? Если вы посмотрите последнюю страничку каталога, он стоит всего 169 рублей, а без скидки он 630 стоит. Поэтому это в мой запасник уходит. Никому не отдам. Даже не просите. Кому нужно, сами заказывайте. Такая шикарная штучка, это гель антибактериальный для рук. Его не просто нужно иметь у себя в сумочке, его нужно обязательно иметь и пользоваться. Он с приятным очень ароматом. Это для моей дочки. Я сама люблю цитрусовый, с мандарином его всегда беру. А дочке нравится именно такой. Сейчас ей подарю, потому что она еще не знает об этом. Очень хорошая вещь. В транспорте ли вы едете, или где-то в общественных местах, не всегда бывает возможность помыть руки. Вытирать влажными салфетками, это ну, вообще просто грязь размазывать, микробы втирать. Поэтому лучше воспользоваться таким классным гелем, палочка-выручалочка. Тоже мой любимчик, это один из моих самых любимых продуктов компании Oriflame, масло чайного дерева. И вот сейчас собираюсь в путешествие, угадайте, что у меня первое в списке написано? Взять с собой масло чайного дерева, потому что без него никуда, он заменяет практически всю аптеку, потому что все, порезы, ушибы, ранки, укусы, или зубная боль, или насморк, или горло болит, перхоть, угри, прыщи, воспаление, там ушибы, у него такой широкий спектр, ожоги еще, кстати. Поэтому представьте, вы в дороге где-то, что-то случилось, где искать аптеку, травмпункт, да, или больницу какую-то. Первую помощь вам окажет масло чайного дерева. У него очень мощный антибактериальный и ранозаживляющий эффект. Рекомендую. В этом каталоге выгодная цена. Это мой любимчик, но это не для меня. Это сейчас уйдет к нашей клиентке. Это мой любимый крем для глаз «Экологен».
Я его люблю не просто потому, что я работаю в Oriflame, а потому что я просто перепробовала очень много средств для глаз по разным ценам разных фирм. И для меня важна не цена, не упаковка, для меня важен эффект. Потому что когда уже возраст дает о себе знать, то очень важно, чтобы все это выглядело классно. Поэтому я вам рекомендую крем «Экологен». Это просто волшебник, маленький чудесник, кудесник, как угодно его называете, но он работает, просто работает круто. У нас тут целая коробка мыл. А, кстати, это тоже с распродажи, я забыла сказать. Взяла несколько мультидетских тачки и Моана. Моана даже уже открыла, чтобы вам показать. Смотрите, какое чудо. Такой цветок роскошный. Чудесный аромат, прям магнолия, наверное, пахнет очень вкусно. Мы взяли для себя, потому что мыло, оно всегда нужно, и его много не бывает. Тем более, я очень люблю детские мыльца, они и пахнут классно, и пеночку такую хорошую делают. Ну, люблю, рекомендую всем. Еще одно мыльце тоже заценили, серию с дыней и кокосом, Nature. О, просто это волшебство какое-то. Уже взяли в прошлом каталоге несколько кусочков. Я решила еще один тоже для коллекции. А тут, не удивляйтесь, уже открывала, смотрела. Я взяла все оттенки. Тональная основа Aqua Boost, потому что она очень крутая. Она очень крутая, как она ложится на кожу. Вот сейчас она у меня на лице, у меня оттенок фарфоровый. Я взяла их все. Ну, во-первых, для того, чтобы проводить сессии по красоте, подбирать оттенок по цвету кожи. И для себя, потому что сейчас начинается сезон такой загара, и кожа будет меняться от светлого тона, она будет становиться темнее и темнее. Я в восторге от этой тональной основы, и мне очень нравится цветовая палитра. То есть она такого натурального оттенка, что просто вообще не видно, что на лице есть тон, и при этом великолепно увлажняет кожу. То, что нужно прямо для меня. У меня тут 4 оттенка. Удобная тоже дозировка, но вот в дорогу, например, он тяжеловатый, поэтому я взяла себе в дорогу другой немножко. Лайки. Лайки тоже для дочки. Чтобы она не слышала, потому что в соседней комнате 2 светлых оттенка, очень классные, красивые лаки The One. Они на ногтях смотрятся как гель-лак. Они великолепно быстро сохнут, очень стойкие и красивое покрытие. Многие люди не отличают. Все думают, что я все время с гель-лаком хожу. Нет, не всегда. Так, это новый каталог. Выписала себе кисточку. Ранее я приобрела себе подводку Giordani Gold гелевую, она в баночке. И я увидела, что у нас есть такая классная кисточка, вы видите, она с колпачком, кстати, она такая изогнутая. То есть специально, чтобы вот так аккуратненько красить глаз, не вот так вот выкручивать руку, а то есть согнули специально кисточку, чтобы было удобно проводить аккуратно стрелочку. Завтра прям попробую и вам расскажу потом, как оно. Ну, кисть вообще чудесная. Несколько тушей, тоже с последней странички, всего по 169 рублей. Чудесная тушь с эффектом накладных ресниц. Она нереально крутая. Вот мои любимицы, 3 туши, 5 в одном. Термосмываемая тушь, которая так вот снимается кусочками. Эта тушь занимает 3 место с эффектом накладных ресниц. То есть я периодически беру то ту, то эту. И 2 оттенка, черный и темно-синий. Я вот темно-синий себе взяла на лето, а 2 это под заказ для клиента. Также под заказ для одной девочки это тушь и пудра и помада. Такой красивый оттенок коралловой помады на лето. То есть она достаточно такая сочная, яркая. Пудру открывать не буду. Это профессиональная коллекция серии The One. Очень хорошая пудра, я и сама пользуюсь. То есть великолепно она лежит на лице, надолго хватает. То есть у меня к этой туши вопросов вообще нет. 2 лайнера, тоже под заказ. Лайнер – это подводка для глаз в форме фломастера. То есть, если вы посмотрите, у нее очень тоненький кончик. И когда мы красим глазки, то нам привычно, потому что это как ручка, как писать
слова какие-то. Также аккуратно мы делаем подводку. Она водостойкая, что очень круто для лета, когда начинается, например, сезон дождей, или вы отдыхаете где-то. У кого, например, чувствительные глазки, и от солнца текут слезы, подводка тоже потечет. Это не потечет. То есть она классная такая, прям стойкая. Очередная помада серии The One. Это новинка, которая, ну, действительно, она невероятно классная. У меня, кстати, сейчас одна из них на губах. Не помню, как оттенок называется, самый темный. Это бежевый, теплый бежевый оттенок. Она сейчас идет по распродаже «Вау, весна». Всего, по-моему, 169 рублей. И это тоже под заказ. Повторный заказ на эту помаду, потому что девочка уже попробовала, сказала, она просто великолепная, хочу еще. Ну, хочешь, значит, будет. Это тоже под заказ для мужчины. Крем для глаз антивозрастной. Обычный стандартный формат 15 мл. Очень удобно то, что у крема есть дозатор. То есть очень удобно, пимпочка немножечко выдавили, нанесли на орбитальную косточку своему мужчине, или сам он сделает. Ну, сейчас мне очень нравится эта тенденция, то что мужчины ухаживают за собой, следят, чтобы хорошо выглядеть, чтобы лицо было ухоженное, приятное. И решила взять себе все-таки тканевую маску, насмотрелась отзывов про нее, начиталась всего, я понимаю, что... Это действительно волшебник, а не масочка. И тоже хочу ее попробовать. Потом отдельно запишу видео, покажу, как я ее делаю, расскажу свои впечатления, ощущения, потому что, ну, у меня ожидания к ней очень такие высокие. Так что ждите новых отзывов. Вот, в общем-то, и все. А еще у нас каталоги уже новые. Номер 7. Волшебный каталог, такой яркий, сочный. Я уже его быстренько пролистала. У меня уже глазки загорелись. Я уже себе наметила, что я хочу приобрести. Вот. Друзья, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Если хотите там чем-то поделиться или рассказать, или что-то спросить, то не стесняйтесь. Я всегда рада с вами пообщаться. Я просто балдею, когда у нас там завязывается переписка. Для меня это... такая важная обратная связь от вас. Значит, да, что-то полезное, интересное я вам даю. Поэтому до связи, до встречи в новых видео. Люблю вас, яркой весны. Пока-пока.